Так, ну что, мы движемся от станции Нгаракан через Северомуйский тоннель, да, в сторону такси. Итак, у нас локомотив трехсекционник VL-80C. Тащим мы 5597 тонн, что является нормой для данного профиля пути и для данного участка. Даже, я бы сказал, немножко завышен. Сейчас весовые нормы поменяли, да, сейчас где-то до 7000, по-моему, подняли. Ну, в принципе, и ПС сейчас меняется обами. Так что... Такие дела. Катушечки АВСН я не включил, надо было включить. Немножко переборщил. Thank you.
Так, ну что, мы с вами подъезжаем к станции. Это Кит. Это перед Северомуйском. Перед Северомуйским туннелем. Да, к сожалению, скорость я не могу поднять, потому что будет сразу боксование. Да, вот такая работа на самом деле у машиниста на паме. В горку, потом спуск, тяжелые съезды.
Да, сложное место. Здесь, конечно.
Так, друзья, мы с вами едем по Северомуйскому тоннелю.
Да, едем в Таксима. Северо-Муйский туннель длинный. Очень длинный. А вот как его строили, это вообще целая эпопея. Окусикан. Что-то прям какое-то японское название. Но тем не менее. Да, 15 км туннельчик.
Да, вот мы с вами выехали. ЧБ. Ух.
Так, друзья, я сейчас буду останавливаться, чтобы у меня сбился контроллер. Сейчас буду подключаться с вами. Вот что он? Что ему надо? Так, компрессор. Вот и хорошо. Так вот. Нормуль. Да, конечно, срыв контроллера — это тоже, ребят, поломка. Тоже на самом деле на совести уже не стоит.
машиниста локомотивной бригады.
Да, начались разные веселые спуски. Профиль, ребят, здесь, конечно, потный. Человек, который сделает маршрут, ему, конечно, лажуха. Можно прочувствовать, как, каково это. Ну, примерно, конечно. Так что советую, катайте бам. Это хороший маршрут. Thank you.
Так, друзья, ну что ж, теперь у нас не подъемы, теперь у нас спуски.
поехали. Так, Северомыск у нас. Да, вот все реостатные позиции можно использовать как разгон. А ходовые, ну, естественно, на них надо к сожалению, что-то здесь не совсем, наверное, из-за того, что карта старая, сигналка донастроена. Поэтому приходится вручную сидеть, включать, переключать.
здесь у нас опять буксовка, все дела. Чё-то ты совсем хренов. Друзья, профиль очень сложный на самом деле. Вот у меня человек, который мало опыта управления скриптовыми локомотивами. Может песочка дать. Да, прикольный локомотив ВЛ.
друзья, Аркум.
Так, друзья, следующий у нас Ульги. Потом Муякан. Улана Макит. И Таксима. О, народ, а вот здесь такая картинка. Мишка вышел и путейца загнал на светофор. На самом деле это реальность, такое может быть часто.
Ульги, друзья мои.
Так, следуем до разъезда Ульги. Thank you.
друзья, Улан-Макит. Улан-Макит и, по-моему, Таксима.
Да, ну, вроде как мы уже подъезжаем.
Друзья, ну что, мы с вами подъезжаем к Таксима. В Таксима отдыхаем, происходит смена тяги, но это уже будет другой стрим или запись. Поедем с вами от Таксима до Алёкма. Ну что ж, 231 км. Через Северо-Амурский обход, перевал, переезд, туннель до места смены тяги. Вокзал Таксима, станция Таксима, депо Таксима. Там мы сдадим локомотив. Бригада отправится отдыхать. Через какое-то время поедет обратно в Северобайкальск, но уже с другим поездом. Что еще? Состав проверят. Подцепят к локомотиву 2 теста 10, 2 Т, точнее 10, М или еще какой-то модификации. И состав отправится дальше через перевал Кадар до Алёкма. Маршрут протяженностью около 1000 км. Может быть, чуть побольше. Да, сами понимаете, что ехать, кататься по нему достаточно долго. Поэтому как бы я разбиваю стрим на несколько частей. Потому что сами понимаете, что проехать всю карту за один день — это нонсенс. Ну, плюс еще, конечно, поломки локомотива в пути. Да. Растяжение состава тоже добавляет особой пикантности.
что ж, вот наш конечный пункт. Станция Таксима. Практически 500 с лишним км. Сбрасываем позиции. Как говорится, прибыли. Итак, друзья, 5597 тонн мы с вами довезли до станции Таксима, где будет проходить смена тяги, и дальше наш состав уже с другой локомотивной бригадой отправится дальше до Алёкмы, ну, как бы до Советской гавани. У нас маршрут не построен. Как бы, в принципе, хватит и этого. Вот. Там еще часов на 9 поездки. Так. Ну, а на этом наша поездка из Северобайкальска до Таксима окончена. Всем большое спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки видео. Ваша поддержка, конечно, как всегда, очень полезна и нужна. Друзья, всем большое спасибо и пока.